Число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 15 тысяч человек. Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 12 391 человека, ранены 62 914 человек, сообщило агентство Анадолу со ссылкой на турецкое управление по предотвращению и ликвидации ЧС. Накануне президент страны Реджеп Тайип Эрдоган сообщал о 8574 погибших и 49133 пострадавших. По его словам, разрушено 6444 здания. В Сирии в результате землетрясения погибли 2992 человека. Сегодня для нас день испытаний, я надеюсь, что наш народ справится и с этим. Сейчас в Хатае работают в общей сложности 21 200 военных, жандармов и полиции, сообщил Эрдоган. Он отметил, что более 60 стран поддержали Турцию в эти трудные дни. Президент поблагодарил Азербайджан, Израиль, Саудовскую Аравию, Катар, Кувейт, которые первыми откликнулись и поспешили на помощь. Вчера в турецком городе Адыямане из-под завалов спасли приехавших из России мужчину и его 4-летнюю дочку. Под завалами они провели с первого дня землетрясения. Им удалось чудом выжить, хотя мужчина остается в шоковом состоянии. Ребенок все время был у отца в объятиях. Сейчас девочка и ее отец уже находятся в больнице, с ними все хорошо, а вот супругу Ирину пока так и не нашли. Новое землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в восточной части Турции. Об этом вечером 8 февраля сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Реджеп Эрдоган в среду признал недостатки в оказании первоначальной срочной помощи всем пострадавшим от землетрясения. Жители разрушенных городов критикуют действия правительства.